там усомнений, блистательность монет, возвышенность души и пылкость чумов, и трезвость рассуждений. И как изрек великий гений, быть женщиной не каждому дано. Есть множество у вас талантов, дерзательных и наивных фразов, пленять красой воинственных мужей, но всем сказать должны вас горенно, что только рядом с теми, несомненно, почувствовать себя за каменной стеной, что сохранит вам радость и покой. И ваш непревзойденный идеал, незабываемый Паша, Рома и Руслан. Самые юные ученики, наши первоклассники, вместе со своей первой учительницей, Тищенко Валентина Ивановна. Поприветствуем! Игорь, как всегда, отличается скромностью и уже в первом классе будет выделяться своим хладнокровием и упрямством. Далее вам нашествуют два друга, Сереженька Вох и Андрюша Потяцкий. Будет известно всем. А что у них в руках? Они уже начинают подбирать задачки для своего будущего учебника по генетике. Веева, которая придет на помощь в трудной ситуации. И завершает нас парад Мишенька и Юля. Спокойно. Наша смена. Мы вам в жизни никогда не подведем. Ждите нас на кораблях и в машинах. Ждите нас, мы обязательно придем. Дорогие ребята, дорогие мои ученики, сегодня для всех нас значительный и один из самых волнующих дней, я думаю, в вашей жизни. 10 лет назад вы стояли на этой площадке такими робкими, несмышленными первоклассниками. Но время летит... Быть может, это безвозвратность, говорит. Ведь жизнь нас детством вновь не одарит. Прощай,
наша школа. Милые друзья, нет, ни за что вас не забуду я. Довольно перевели себя и полетели в профессионал. Бедных сидинских детей некому стало учить. Экстренно организованная комиссия решила послать команду звездных воинов на землю. Чтобы все отобрали хотя бы пару земных учителей. Ну что же делать? Что же делать? Без совета?
факел. А может быть, его прекрасно будет заменить парад военный, шампанский, цветами и все прочее, всем же прочим. И может это всем как будет позабыть, у Маши парадный должен быть. Но это же грандиозно. Чудесный выход придумать. Я не стрелял.